Полагаю, наш проект уместно сравнить с неким новым коктейлем в винной карте телеканала «Россия-1». Всем доброй ночи. Рецепт приготовления этого коктейля прост. Вино многолетней выдержки, где-то начало прошлого века, односолодовый виски, даже полусолодовый, и я шампусик. Ну, а название у этого коктейля очень простое и запоминающееся. «Профилактика» на канале «Россия». Всем добрый вечер.